Осень – это не только время романтики и культурного досуга, но и пора заряжаться витаминами, чтобы провести зиму бодрыми и здоровыми. Лучший способ для этого – питаться полезными продуктами, например, рыбой. И в Мурманске отличный ассортимент богатый витаминами и минералами рыбы можно найти на выставке «Икра и рыба камчатская». Дальний Восток – сокровищница с удивительными морепродуктами и уникальными видами рыб, которые представлены на выставке в Мурманске. Икра и рыба камчатская снова радует северян морскими деликатесами холодного и горячего копчения. Здесь можно приобрести королевский лосось, масляную рыбу, тунца, палтуса, горбушу, омуля, кижуча и даже рыбу-меч. Попробуйте и влюбитесь в их вкус навсегда. Рыба вся хорошая, свежая, всегда свежая. А самая вкусная чавыча. У нас же ее никогда тут не было и нет. Поэтому сюда и за ней стоят. Жене нравится чавыча. Вот ее беру. Дальневосточные деликатесы славятся не только ярким, незабываемым вкусом. Морская дикая рыба и икра насыщены витаминами. Например, чавыча – ценный источник омега-3 и 6, витамина D, белка, фолиевой кислоты. А еще представленную камчатскую рыбу коптят только на натуральных опилках яблони, вишни и груши. Это сохраняет вкус и полезные вещества. Чавычу беру. Вкусная? Вкусная. А что делаете с ней? Так она на бутерброд и все, готовая к употреблению. Можно положить в морозилку, ей ничего не будет. Потом достаешь, нарезаешь. Беру здесь белорыбец, потому что в других магазинах ее нет. Жители и гости города могут насладиться вкусами дальневосточных деликатесов. Блюда из этих продуктов станут достойным украшением любого стола. Приобрести камчатскую рыбу и икру можно на Кольском 51 Мурман-Экспо. До 6 октября включительно.